Всем-всем привет! В этом видео, девчата, хочу вам показать и рассказать вот этот, как я вязала свитерок. Свитерок я вязала на 14 лет, девочка. Мерки, объем груди 84. Вот по объему груди я и вывязывала свитер. Набирала поверху, сверху, реглан сверху и шла вниз. Сейчас немножко расскажу вам о пряже. Пряжа, девочки, вот такая. Так, вот это поцелее. Магик. Здесь у нас 80% акрил. Так, где пишут? Вот здесь вот. Эстер, ну это акрил, девочки, полиакрил. И 20% шерсть. 142 метра на 100 грамм. Метраж как бы небольшой, и ниточка довольно-таки вот такая толстенькая. Так, что тут рекомендации какие? Утюжок, единичка 30 градусов стирка, шестерка 5,5 спицы и четверка крючок. Я вязала, девчата, вот этот свитерок. Резиночка на спицах 5,5. Вот горловинка. По низу резиночка у меня. И на рукавчиках. Вот эти резиночки 5,5. Само полотно свитера я вязала на шестерке. Вязала на деревянных спицах Knit Pro из красного дерева. Понравились и спицы в вязке, и эта вот пряжа, девчата, очень-очень понравилась. После стирки я хочу сказать, свитерок, значит, он у меня в длину, если у меня реглан был 15,5, стал 17, он вытянулся как бы на 2 сантиметра, да? Вот. А по ширине он у меня был 42, а стал 40. То есть он потянулся в длину на 2 сантиметра, а на 2 сантиметра он сузился. Стирала я его на обычной стирке, на получасовой, в машине-автомате, на 800 оборотов отжим. Хотя здесь написано 30 градусов. Но у меня так, по-моему, машинка и стирает на 30. Пряжа, девчата, просто супер. Эту пряжу мне подарила Ниночка с Германии. Я оставлю ссылку на то видео. Если кто захочет посмотреть, тот пройдет по ссылочке и посмотрит. Я очень благодарна. Пряжа шикарная. Очень понравилось. У меня было их 6 мотков. 4 моточка ушло. Вес этого свитерка 417 грамм. И 2 моточка... Ой, простите, задела. И 2 моточка у меня осталось. Можно связать шапочку и небольшой снудик. Я так думаю, что... Ну, не выйдет, значит, 2 шапочки можно связать. Пряжа ложится, девчата, очень классно, очень хорошо. Я вязала все просто, здесь никакого рисунка не нужно, пряжа сама ложится. И что мне понравилось, вот начало, как начинается моток, заканчивается вот этим окончанием, следующий моток начинается. То есть подбора особого такого нет. Легко подобрать вот эти секции. Секции длинные. Я провязала регланные линии. Вот до... Ну вот, рукавчики, да? Вот так. Здесь потом я сняла на ниточки. Вот рукавчики. И уже с другого моточка... Вот видите, у меня рукава, они одинаковые. Я подбирала
провязала рукава, а потом уже я вязала свитер сам полотнище вниз. Ну, рисунок у меня абсолютно, девчат, не нарушен. Вы видите, вот он как идет вот такими вот полосочками. Вязка, девочки, шикарная. Сейчас я увеличу. Смотрите, как легли петли. Петельки вот одна к одной. Не скажешь, что это ручная вязка. Свитер получился довольно-таки теплый, толстенький. Пряжа теплая, не колючая совершенно. Единственное, что говорит моя дочь, мама, пахнет овечкой. Я ее стирала, с бальзамом полоскала. Ну, еще одна, думаю, стирку. Пройдет еще одна стирка, и запах совсем исчезнет. Потому что, девчата, запах вот овечки, он чуть-чуть, но сохранен. Вот мои убавочки вот здесь по рукавчику. Ну, я сейчас расскажу вам подробнее, как я его вязала. Покажу, как росток вывязывала, сколько набирала, как провязывала росток, а потом дам вам все-все мерки. В общем, девочки, вот резинку, горловинку я набирала 82 петли. Вот пишем 82 петли. У меня 4 петли, это реглан. Я думаю, вот так всем будет понятно. 82 отнимаем 4. У нас получается 78 петель. Это по горловине. 78 мы делим на 3. У нас что выходит? 3 раза по 26 петель. 26 петель. 26 петель спинка, 26 полочкой, 26 пополам. Это у нас по 13 петель рукава. Рукава. Росток. Росток. 6 рядов. Опять же был такой вопрос, почему 6 рядов, а прибавляем, убавляем 3 петли? Потому что 6 рядов, это считаем 6. Если мы считаем лицевой изнанка, ряд, это один ряд. Второе, лицевая изнанка, это второй ряд. Лицевая изнанка, это третий ряд. Поэтому, девочки, я такой художник, конечно, вот так делаем круг. Вот наши регланные линии по одной петельке, по одной. 26 это спинка, 26 перед, и по 13 это у нас рукава. 82 петли всего у нас. 6 двойных рядов, это то есть 3 раза бегаем туда-обратно. Значит, мы от 26 отнимаем 3 от спинки, потому что будем по спинке росток вывязывать. И эти 3 прибавим к полочке. Рисуем теперь после убавок и прибавок, что у нас с вами получится. Вот так. 1, 1, 1. Это реглан. 26 минус 3 петли. У нас получается 23 петли. Спинка. Спинка. Перед 26 плюс 3, это полочка. 29 петель, полочка. И также по 13 петель, это у нас рукава. Как я разбивала рукава, чтобы провязать наш росток? Я вот из 13 петель... Вот наша спинка, девочки, вот спинка от первой регланной линии отсчитала 4 петли, повесила маркер, 4. От этой четвертой вот петельки еще 4 отсчитала,
Получается, вот здесь 8 петель, вот здесь еще 4. Это будет уже как бы 8 петель, да? И еще 4 петельки. Это будет 12. Вот 12 петель, которые мы будем задействовать в ростке. Вот до этого одна петля вот здесь остается. Мы не доходим. Росток не довязываем. Мы будем вот здесь бегать. Вот 4. Как бы еще 4. И 4. 12 петель. Первый ряд я буду вот отсюда, от этой вот точки. Вот здесь маркер сниму и пойду. Здесь прибавка. Раз. Прибавка 2. До регланной линии, после регланной линии. Идем туда, идем. Здесь тоже прибавка до и после. Идем вот до этой четверки. 4 петли захватываем. Здесь разворачиваемся, обворачиваем следующую петельку, чтобы не было дырочки. И возвращаемся. В обратном пути мы не делаем прибавки. То есть мы делаем прибавки только в лицевом ряду. Вот туда прошли, сделали прибавку. Назад возвращаемся, провязываем вот эти 4 петли и идем, и еще захватывая 4 петли. Вот уже 8 как бы петелек, да? Здесь тоже обворачиваем следующую вот как бы петлю. И поворачиваем назад, лицевой ряд вяжем. Опять прибавка. Идем. Прибавка. И идем ко второй вот четверке. Сюда. Изнаночный ряд возвращаемся без прибавок. И возвращаемся уже вот к этой, к этому маркеру, к третьему. Вернулись. Здесь обогнули. Опять обернули следующую петельку. И идем назад. Опять лицевой ряд, делаем прибавки. Вот они опять. Прибавочка. Идем. Здесь тоже прибавочка. И идем вот сюда. Потом мы возвращаемся, девочки. Возвращаемся. Вяжем вот сюда. Вот я дохожу. И начинаю уже. Я дохожу всегда до середины полочки. Вот до серединки прям я дошла. Вот здесь прибавку не делаем. Дошла до середины и пошла уже по кругу вязать полные везде прибавки. Вот 4 реглана линии уже буду прибавлять везде. Пока мы вязали росток, у нас вот прибавилось 1, 2, 3 по спинке. И 1, 2, 3, 6 петель наших прибавились. К 23 мы прибавим 6 и получим 29. У нас сравняется спинка и полочка, девочки. Потом вяжем вот от этой вот точки, вот мы бегаем по кругу и прибавляем вот здесь до и после. Возле каждой нашей регланной линии, к 4, мы прибавляем петли в лицевых рядах. В изнаночных рядах мы не вяжем, не прибавляем. Если изделие вяжется по кругу, вот я вязала по кругу, значит, я один ряд делала прибавки, в другом ряду, у меня же нету изнаночного ряда по кругу, в другом ряду я вяжу, девочки, просто без прибавок. Записывайте себе, если вам не сбиться, чтобы вот здесь повесить маркер, допустим, другого цвета, не как у вас. Вот здесь пусть будут голубые маркеры, а здесь повесьте красный, допустим. Вот довязали до красного, это круг. Лицевой прибавки сделали, второй круг, как бы вяжем, как изнаночный. Но он будет тоже у нас на лицевой стороне, мы же круг вяжем. В нем не будем прибавлять. Я думаю, это понятно. Сейчас я вам скажу, как я делала подрезик. Я сейчас подниму штатив, чтобы было видно, и дам вам все размеры и расскажу, где я делала у бабочки, сколько, как я сделала подрез. Вот это вот. Вот смотрите, девчата. Я провязала росток, да?
И вывязывала вот эти регланные линии столько, сколько вам нужно. Я их провязала по своему размеру. Ну, поверьте, вот у меня после стирки он получился 17 сантиметров. 17. Я его делала, сейчас я тут буду подсматривать, 15 с половиной он у меня был. Но в связи с тем, что я его постирала, и он немножко у меня вытянулся, сейчас он 17 сантиметров. Считаю я вот от резинки, от резиночки сюда. По спинке регланная линия, она всегда у нас длиннее. Здесь 19, вот 19 сантиметров. Девчат, ну у меня ребенок рядом, я все время примеряю. Свитер по ней сел идеально, вот просто идеально. По ширине я не делала свитер, чтобы он был балахонистый. Делали по фигуре, ровно 40 сантиметров у нас. Вот ровно 40 сантиметров. Длина рукава, девчат, вот длина. Сейчас я сниму. Опять же, я меряю от резинки 53 сантиметра. Вот от резинки. 53 это внешняя сторона. Внутренняя сторона, вот от подмышки, 36 сантиметров. Ну и ширину я вам скажу. Вот под мышкой 15 сантиметров. 15. Манжет у меня 6 сантиметров, 1 на 1 я вязала. Резинку держит нормально вот эта пряжа. И на манжете, так, на манжете вот я не помню, а на рукавах по 44 петли у меня, по 44, да? Да. Сейчас манжет я посчитаю, я вам скажу. Да, девочки, 44 петельки у меня вот внизу на манжетике. Длина свитерка, длина, я буду мерить вот от посередины как бы спинки, вот от самого верха посередки. У меня 63 сантиметра, девчата. Вот такой вот свитерок. Вот. Потом, что еще не сказала вам. На подрезы, девчат, на подрезы взяла всего 2 петли. 2 вот здесь. Сейчас пониже опущу, вам покажу. На подрезы, девочки, взяла всего 2 петельки. Вот они. И вязала рукав уже без единого шва по кругу. На круговых спицах. У меня спицы есть на 40 сантиметров. Я на них горловину вяжу, рукавчики вяжу. И в рукавчиках я делала убавочки. Вот от центральной вот этой вот петельки. Вот у меня раз убавка, 2, 3, 4, 5. То есть 10 петель я убавила. Убавила от центральной петли здесь одну и с этой стороны одну. Эту наклон делала влево, а здесь наклон вправо. Вот они убавочки. 5 штук. По 2 петли, значит, 10 я убавила. Вот такой вот. Вот. Свитер получился шикарный, теплый, теплый. Девчата, я не знаю, как он будет в носке. Если будет зима теплая, в нем будет, мне кажется, даже жарко. Вот. Свитер очень хороший. Пряжа очень понравилась, девочки. Вязать одно удовольствие. Вот одно удовольствие. Вот. Пряжи ушло 4 моточка. 4. Ну, 2 моточка я не знаю. Будем вязать, наверное, шапочку. И снудик, может быть, внучке выйдет свитерок. Посмотрим. Свитерок нет, но без рукавочку можно связать. Будет очень-очень хорошее. Ну, по этому свитерку все. Все, по-моему, я вам рассказала. Вяжите, девчата.
Этот свитер, если перевести, ну, на русский размер, то 40-42. Вот такой. 40-42. Объем груди 84 сантиметра. Вот. Объем бедер у нас уже не 84, а, по-моему, ну, почти 90 сантиметров. Ну, он тянется хорошо. Вот, видите. Поэтому, девчата, вяжите. И ровных 7 петелек. Ну, а я на этом с вами попрощаюсь. Я вставлю там коротенькое видео, как он смотрится на Веры. Вы уж, девчат, не обижайтесь, но девчонка не хочет продемонстрировать его хорошо. Она говорит, я не буду сниматься. Я уже как уговорила, так ее там сняла и вам вставлю и покажу. Вот. Ну, на этом все, девочки. До новых встреч. С вами была Татьяна. Вот, девочки, свитерок. Вот такой рукавчик. Вот идет линия реглана, воротничок. И вот так вот смотрится. Повернись, Вера. Вот так вот со спинки он смотрится. Боком, давай. Здесь резиночку вязала. Реглан, одна лицевая петля. И на рукаве вот так тоже резиночка. Ну, вот так он сидит. Покрутись немножко. Вот. Все. Сейчас подробно, как я его вязала.